Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». В этом видео я покажу 5 разных рецептов для романтического ужина на День Святого Валентина. Все блюда разные, и я думаю, каждый найдет для себя подходящий рецепт. Первым блюдом приготовим романтический завтрак. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем 2 куска хлеба и вырезаем формочкой для печенья в каждом из кусков сердечко. На сковороду наливаем немного растительного масла и для вкуса кладем кусочек сливочного масла. Выкладываем хлеб на сковороду, немного обжариваем хлеб с одной стороны и переворачиваем на другую сторону. Одно яйцо разделяем на желток и белок. В один кусочек хлеба выливаем белок, а в другой желток. Яйца солим по вкусу. Сковороду накрываем крышкой и жарим яйца на самом маленьком огне до готовности. Готовые гренки снимаем со сковороды и подаем на стол. Приготовим еще один вариант завтрака с сердечками. В горячую воду кладем 2 длинные сосиски и варим их примерно 3-5 минут. Достаем готовые сосиски и снимаем с них пленку, пока они еще горячие. Каждую сосиску разрезаем вдоль, не дорезая до края, примерно 1,5 см. Формируем из нее сердечко и скрепляем кончики зубочисткой. На сковороду с маслом выкладываем подготовленные сердечки. В каждое сердечко разбиваем по одному яйцу. Яйца немного солим. Сковороду накрываем крышкой и жарим яйца на маленьком огне до готовности. Готовую яичницу снимаем со сковороды и выкладываем на тарелку. Вытекший белок отрезаем и вынимаем зубочистки. Завтрак получился очень вкусным и оригинальным. Я думаю, ваша вторая половинка обязательно обрадуется такому необычному сюрпризу. Вторым блюдом приготовим вкусный, свежий и воздушный салат для романтического ужина. Такой салат готовится очень просто и легко, а получается его много. Мелко шинкуем небольшой кочан пекинской капусты. 250 грамм крабовых палочек разрезаем вдоль и нарезаем полукружочками. Ананасовые кольца режем небольшими кубиками, их понадобится тоже 250 грамм. 300 грамм креветок чистим от панциря. 1 гранат разбираем на зерна. В миску кладем нарезанную пекинскую капусту, крабовые палочки, ананас, очищенные креветки и гранат. Все перемешиваем. Салат солим по вкусу и заправляем 2 столовыми ложками майонеза. Так как салата получается много, то заправлять салат можно частями перед подачей. Салат получился легкий, воздушный и очень вкусный, как раз для романтического ужина. Третьим блюдом приготовим вкусный клубничный десерт с сердечками. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала берем 15 грамм желатина, заливаем его 50 мл холодной воды и перемешиваем. Желатин оставляем набухать на 15 минут. 350 грамм размороженной клубники кладем в измельчитель и засыпаем 70 грамм сахара. Все измельчаем. Точно так же насыпаем 300 грамм творога в чашу измельчителя. Добавляем к нему оставшиеся 100 грамм сахара и наливаем 100 мл молока. Все измельчаем до однородности. Творожную и клубничную массу перекладываем в отдельные миски. Набухший желатин растапливаем на маленьком огне, обязательно постоянно перемешивая. Половину растопленного желатина добавляем к творожной массе и сразу же хорошо перемешиваем. Вторую половину желатина выливаем в клубнику и тоже хорошо перемешиваем.
Берем креманку или стакан и выкладываем, чередуя клубничные и творожные слои. Для того, чтобы слои были четкие, клубничный слой аккуратно кладем как можно ближе к стенкам креманки. Последний слой должен получиться клубничный. Примерно 2 столовые ложки творожной массы кладем в кулинарный мешок. Отрезаем небольшой кончик. В креманке по клубничному слою рисуем творожной массой 2 сердечка. Зубочисткой проводим по маленькому сердечку для того, чтобы сделать рисунок более интересным. Десерт ставим в холодильник примерно на полчаса для того, чтобы он застыл. Десерт получился нежным, очень вкусным и романтичным. Обязательно его приготовьте. Четвертым приготовим красивый торт в виде сердца. Этот торт готовится легко, а получается изумительно вкусным и очень красивым. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца и насыпаем к ним 200 грамм сахара. Все перемешиваем венчиком до легкой пены. В получившуюся смесь добавляем 80 грамм сливочного масла, 115 грамм меда и 2 чайные ложки без горки соды. Всю эту смесь ставим на водяную баню, дно миски должно касаться воды. Смесь варим, постоянно перемешивая до полного растворения сахара. Смесь должна немного увеличиться в объеме и должны появиться мелкие пузырьки пены. Смесь снимаем с огня и небольшими порциями добавляем в нее муку, постоянно ее перемешивая. Всего понадобится примерно 0,5 кг муки. Когда тесто станет более густым, продолжаем вымешивать его руками. Тесто должно получиться мягкое и липкое. Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 1 час. Если вы хотите оставить его надольше, поставьте в холодильник. После того, как тесто настоялось, оно становится очень удобным в работе и не липнет. Берем примерно 1/3 часть теста и раскатываем его на пергаментной бумаге немного притрушенной мукой. Толщина раскатанного теста должна быть примерно 4 мм. На раскатанный лист теста кладем бумажный шаблон и по нему ножом вырезаем сердце. Количество ингредиентов рассчитано на 2 торта, поэтому выпекаем 4 коржа. Из остатков теста можно сделать печенье сердечки. Подготовленный корж ставим в разогретую духовку до 180 градусов, выпекаем 10-12 минут. Теперь приготовим крем. В миску кладем 400 грамм сливочного сыра, 170 грамм сахарной пудры и 200 грамм сливок жирностью не менее 30%. Крем взбиваем миксером сначала на низкой скорости и постепенно ее увеличиваем. Взбиваем до получения плотной пышной массы, которая держит форму. Крем перекладываем в кондитерский мешок. На уже остывший корж снизу наносим немного крема, для того, чтобы торт не скользил по подставке. На корж отсаживаем крем с помощью насадки звездочка или круглой насадки. Сверху на крем аккуратно кладем второй корж сердечка. И на него точно так же отсаживаем крем сверху. Подготовим живые цветы для украшения торта. Каждый стебелек цветка аккуратно заматываем в пищевую пленку. Это нужно делать обязательно, так как цветы стоят в химическом растворе. Сверху украшаем торт подготовленными цветами, безе, маленьким зефиром, сердечками из мастики и кондитерскими бусинками. Перед подачей торту нужно дать настояться в холодильнике как минимум 2 часа. Количество указанных ингредиентов хватает для приготовления 2 таких тортов весом примерно по 800 грамм каждый. Торт получается нежным, ароматным и очень вкусным. Обязательно его приготовьте, готовится он легко и просто. И пятым блюдом приготовим печенье сердечки в шоколаде. Вкусное, рассыпчатое и романтичное на вид печенье. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В миску кладем 150 грамм мягкого сливочного масла и насыпаем 3/4 стакана сахара. Все перетираем ложкой до однородности.
В эту смесь разбиваем одно яйцо и опять все перемешиваем. Сюда же насыпаем 3 столовые ложки какао. Все перемешиваем. Наливаем 2 столовые ложки молока и снова перемешиваем. В тесто добавляем половину муки и насыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя. Сначала перемешиваем ложкой, а затем руками. Постепенно добавляем остальную муку. У меня на замес теста ушло 2 стакана муки. Тесто должно получиться мягким и пластичным. Готовое тесто сразу же раскатываем на столе. Толщина теста должна получиться около 5 мм. Формочкой в виде сердечка вырезаем печенье. Лишнее тесто снимаем, опять раскатываем и вырезаем печенье. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем сердечки. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем примерно 10 минут. Пока остывает печенье, подготовим шоколад. 200 грамм измельченного шоколада кладем в миску и ставим на водяную баню. Постоянно перемешивая, топим шоколад. Вода должна быть не больше 50 градусов, иначе шоколад перегреется и свернется. Будьте аккуратны, чтобы в шоколад не попала вода. Если шоколад не хочет растапливаться, добавьте пару ложек хорошо теплого молока или сливок. На столе расстилаем фольгу, на которой будем сушить печенье. Берем одно печенье и обмакиваем его в шоколад с одной стороны, а затем с другой. Лишний шоколад стряхиваем. Пряники выкладываем на фольгу. Так украшаем все печенье. После того, как покрыли все печенье белым шоколадом, готовим темный. В миску ломаем 50 грамм черного шоколада и точно так же растапливаем его на водяной бане. Из пергаментной бумаги делаем корнетик для шоколада. Корнетик заполняем шоколадом и закручиваем сверху. Отрезаем кончик корнетика и наносим шоколадом полосы на пряничные сердечки. Сначала наносим полосы в одну сторону, а затем в другую. Для того, чтобы шоколад полностью застыл на печенье, понадобилось 2 часа. Печенье шоколадные сердечки получились очень вкусными, ароматными и рассыпчатыми. Если вам понравились такие рецепты на День влюбленных, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.